Размягченное сливочное масло взбить с сахарной пудрой. Добавить яйцо и ванилин. Прибавить 2 стакана муки и хорошо вымесить тесто. Тесто разделить на 2 равные части, в одну из которых добавить какао-порошок. Каждую часть теста вымесить с добавлением муки. Каждую часть теста скатать в шар, завернуть в пищевую пленку и отправить в холод на час. Светлое тесто разделить на 2 части. Одну часть раскатать в прямоугольник толщиной 1 см и нарезать его брусочками шириной 1 см. С темным тестом весь процесс повторить. Собрать темные и светлые брусочки, промазывая бока взбитым и смешанным с молоком желтком в шахматном порядке 3×3. Оставшуюся половину светлого теста раскатать в пласт толщиной 7 мм, обвернуть им образованный брусок. С половиной темного теста весь процесс повторить. Заготовки нарезать на кусочки толщиной 1 см, переложить на противень и отправить в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 15 минут.